Assalomu alaykum, qadrli ommaviy axborot vositalari xodimlari. Nasab Qizilqum jamoalari o'rtasidagi o'yin yakunlandi. Matbuot anjumanimizda Qizilqum jamoasini bosh murabbiyi Jamshid aka saytib ishtirok etyaptilar. Marhamat, o'yin haqida o'z fikrlaringizni bildirsangiz. Ну, второй тайм перестроились, сравняли игру и гол забили. К сожалению, второй тайм нам не хватило концовки. Были моменты для взятия ворот. Насав. Ну, хочу поздравить Насав с победой. Ну и что, хочу своих ребят поблагодарить за их самоотдачу, за их то, что они второй тайм очень хорошо сыграли. Поблагодарить болельщиков, которые приехали с Кызылкума, с Наваи. Савалы бор, мархамат. Бірінші, екінші ойынларды Қызылқұм сапта алдында барып, кешілерді жылы бұш Қызылқұмды көрген. Бүгін сапта алдында қалып, кешілерді жылы күшілі ойын көрсетті. Бұл жұбалар мотивациясы, яға, күнлерді сізді қошымша тапшырғаларызды. Ну, это футбол, да, вот мы две игры ведя, второй тайм выходили, очень безобразно играли. Ну, здесь, видите, получилось наоборот в этот раз. Ну, еще начало чемпионата, я думаю, третий тур, еще все сравняется сейчас, все команды. А так, я думаю, да, то, что были много вопросов, почему второй тайм плохо играет Кызылкум. Очень много вопросов было, да. А сегодня противоположная сторона, мы показали то, что мы можем играть. И все 90 минут. За это то, что вы говорите, да, может, самоуверенность была, это когда, ведя 2-0, самоуверенность, самое главное, ворота сохранить на 0, и команды многие садятся. Также, я думаю, сегодня и у Насафа получилось, уверенность, первый тайм они сыграли, второй тайм чуть-чуть от оборонки начали играть. Я думаю, в этом, да, не сказать, что физически команда Кызылкум слабее. Второй тайм доказал. Вот. За это футбол, игры разные бывают. Действительно, мотивации, может, в каких-то моментах не хватило. Но за самоотдачу, за упорство я своим ребятам благодарен. Кухани Дзеблян и Шулая. Ну, я же говорю, первый тайм мы от обороны играли, я рассчитывал на второй тайм от обороны сыграть за счет контратаки и второй тайм усилить, более атакующий футбол сыграть. Ну, к сожалению, мы тоже тренеры ошибаемся, бывают такие моменты. Видите, ставка моя не сработала, то, что я хотел. Да, второй тайм я с две замены сделал, они более усилили. Это Джамул Байдулаев и Куханидзе вышли, они усилили игру. Jamoani jismoniy holat bo'yicha Superligadagi boshqa jamoalardan farqi, ya'ni ijobiy farq ko'rinmoqda, aktivligi. Mashg'ulotga shunga asosan e'tibor beriladi. Jismoniy mashg'ulotlarga. Обязательно. Физическая подготовка это функциональное состояние футболиста, это всегда должно быть. Yo, aynan nima uchun boshqa komandalarga nisbatan Qizilqumniki o'tgan mavsumga nisbatan shu yil baribir bilinmoqda. Fizik podgotovkasi. Ну, в том году, во-первых, и ситуация другая была. Мы боролись за выживание. Там все равно, я после первого круга пришел, все равно состояние у ребят другое было. Конечно, пройдя определенный сбор, мы это то, что у нас слабые качества были, мы подтянули, я считаю. И в этом году у нас ситуация совсем другая. Задача лучше выступить, чем в прошлом году. Eshitishimizga qaraganda shu yil Qizilqum jamoasiga oltitalikka kirish vazifasi qo'yilgan ekan. Aslida shu rostmi? Не, у нас задача лучше, чем в прошлом году. У нас конкретно задача не стоит пятое, шестое место. Лучше, чем в прошлом году. Олтынчи, етінчі өрін, сәкізінчі өрін. Шүйелігі харакат қылады. В любом случае, Насав через 5-6 туров определится уже лидеры. Да? Вы сами знаете, кто что борется за чемпионство, за второе, за третье место. Конечно, Насав, он
всегда боролся за высокие места. Из-за этого, я думаю, эта команда сейчас ход наберет. У них ряд футболистов есть очень хороших. И на замене футболисты очень хорошие есть. Я думаю, они поборются в этом году за чемпионство. Jamshidga ikkinchi golda o'tkazib yuborilgan golni darvozabon oldiga chiqib ketishi natijasi ro'y berdi deb hisoblaysizmi? Ну, знаете, там такая ошибка была, да, они понадеялись на вратаря, вратарь тоже не вышел, где-то он приостановился. Может, вратарь быстрее вышел бы, не думал бы, он, может, сыграл бы, потому что мяч там 3-4 секунды летел, Рахматов Мурод, он почти 60 метров пробежал и гол забил, видно было. Ну, видите, такие ситуации тоже бывают. Рахмат. Во-первых, Мурод Рахматов в том году в аренде был у нас. Он принадлежит футбольному клубу «Насаф». Он в аренде был, то, что он не проходил состав. Он за счет Кызылкума набрал игровую практику. И сейчас, видите, он в основном в составе играет. Вот так-так. В любом случае «Насаф» в любое время мог его забрать, потому что у него контракт с футбольным клубом «Насаф». Из-за этого они посчитали нужным, они его забрали, потому что парень действительно в том году очень хорошо. Мы его хотели обратно вернуть, но, к сожалению, он понадобился «Насаф». Мы его очень хотели оставить, потому что он второй круг очень хорошо себя показал, прибавил, хотя его до этого никто и не знал. Игрок дулишь со состава был. Да, Кызылкум да очередь. Кенжебаев то не мел полер мадис, уже новый лигит. Да, харакат хлеб, бемали. Мы старались тоже и Кенжебаев. Я вообще хотел тот же состав оставить, и Кенжебаев хотел оставить, и Рахматова Мурота. Ну, к сожалению, это футбол, это... Я не могу сказать, что я хочу команду Ташкент, я стабильный клиент. Кызылкум, лекин, кита, уйнем, зорутик, я забыл, нам Yomon o'ynagan yo'q. Zo'r qattiq o'ynadi. Natijasi zo'r bo'ladi. Xudo xolasa Jamshid Saidov Qashqadaryolik began emas. Mashalda ham ancha ishlab xizmat qilgan. Hamikon bilan birga. Rahmat.